Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас у себя в гостях. В сегодняшнем видео мы с вами будем вязать кофточку для нашего Мишутки. На такую игрушечку у меня есть мастер-класс на канале, я вам оставлю ссылочку. Также есть отдельное видео, как я собираю все части тела. Также вам оставлю ссылочку внизу под видео. Сегодня нам нужно его красивенько нарядить, поэтому мы для него будем вязать кофточку. Кто вязал со мной, так как вязала я, то есть мальчика и девочку. На девочку у меня есть отдельные видео, как связать сарафанчик. Сарафанчик есть в двух вариантах, то есть отдельное видео по вязанию спицами, и также есть сарафанчик, как связать крючком. Я вам все эти ссылочки оставлю внизу. Ну а сегодня нам нужно для мальчика связать кофточку, поэтому я вам сейчас замеряю его, расчеты вам расскажу, какие нам будут нужны. Так, если у вас вдруг что-то не совпадет, я вам расскажу тоже, как правильно рассчитать. И давайте, наверное, я вам скажу в первую очередь, из чего я буду вязать. Значит, у меня будет пряжа полухлопок Yarnar Jeans. Я думаю, она уже есть у всех. Так, 50 грамм 160 метров, 55 хлопок, 45 акрил. Пряжа Yarnar Jeans. Желтый цвет, это у меня колор 67. И вот такой красиво-сиреневый, так, колор 19. Основной цвет у меня будет сиреневый. Обвязочку я буду делать из желтой ниточки, а сарафанчик я вязала для девочки крючком наоборот. Он у меня полностью был желтого цвета, а обвязку я делала сиреневый. Но так как у меня идет пара, поэтому я буду вязать немножечко наоборот. Крючок я буду использовать номер 3. Вам будет нужна еще иголочка с ниточкой, так, и любое украшение или вот любые маленькие пуговки, которые у вас только есть. И в принципе все. То есть украшения вы можете уже сами придумывать, как вам больше нравится. Вот у меня здесь, я вам так для примера просто показываю. Пряжа вот это идет Yarnar Velour, красная ниточка. Ализе Софти, обычная, тоненькая, 50 грамм, 115 метров, так? И так как пряжа у нас идет потолще, чем наш полухлопок, поэтому и воздушных петель я здесь набирала поменьше. Мы будем с вами вязать кофточку регланом сверху. Видите, здесь идет у меня регланная линия, за счет этого идет расширение не только на рукавчики, но и на перед, и на спинку. И такой малюсенький совсем идет воротничок, но он тоже хорошенько украшает шейку. Значит, видите, можно связать в любых вариантах. Можно сделать планочку и пришить пуговки. Можно сделать как жилеточкой. Так, то есть это не пуговки, это просто такие звездочки, вот украшения. И можно не застегивать на пуговки, а одевать как жилеточку. Так тоже будет здорово смотреться. Вот вам покажу еще на таком примере. У меня еще вот такая кофточка есть. Она достаточно очень просто вяжется, легко. То есть я думаю, что вы справитесь 100%. Вот регланная линия, маленький воротничок, видите. То есть здесь не обязательно застегивать пуговки, пришивать. Можно сделать и как жилеточку. И оно тоже будет так здорово смотреться. Так, друзья, и сейчас я вам, наверное, замеряю игрушечку так, чтобы вы понимали, какой у меня здесь размер. Если вы связали тоже вот такого Мишу, и у вас по размерам совпадает, даже если будет там 1 сантиметр туда-сюда, это ничего страшного. То есть вы можете вязать точно так же, по тем расчетам, что я вам буду показывать. У меня вот я приложила игрушечку к центру головы, там, где у нас идет кольцо, где мы вяжем 6 столбиков, так, в колечко. У меня получается рост 31. Если у вас 30 или 31, вы точно так же можете по этим расчетам вязать. Так, здесь под мышками я вам вот так сейчас постараюсь замерить. Так, у меня получается, видите, 20 сантиметров, то есть под лапками. Здесь
это тоже длина кофточки тоже зависит от того, насколько вы хотите ее сделать. Хотите длинную, хотите коротенькую. И еще, если у вас ножки, например, не только в этой игрушке, так вы можете вязать такую одежду для любой игрушки по этим размерам. Даже если у вас ножки, например, чуть длинные, вы можете хоть пальто даже связать. Это тоже все зависит от того, насколько вы хотите сделать это длинное, так? И я вам вот так здесь замеряю животик. То есть я отступила от хвостика. Вот видите, у меня хвостик вот так немножечко отступила. У меня здесь получается, ну, считайте 26,5-27. То есть обхват животика. И дальше я вам так приблизительно, просто на глаз, на быструю руку я вам нарисую такую совсем простую схемку, но чтобы вы понимали, как мы это будем вязать. Так, значит, нам нужно набрать то количество воздушных петель и приложить. Вот вы набрали воздушные петли, приложить сюда. Если вы видите, вам достаточно, значит, вам достаточно, так? Самое главное, чтобы это у вас было четное число, чтобы вы могли хорошенько рассчитать. Вот эти все циферки, что нам нужны, так вот хорошо рассчитать. Значит, так примерно вам рисую. Значит, смотрите, это у меня идет спинка, это пойдет у меня перед. Но перед мы разбиваем на две части, потому что у нас здесь или пойдет планочка, или пойдет просто вот как бы, вот видите, отверстие. То есть можно будет на планочку застегивать, можно будет оставить так. Вот. Именно этот перед мы разбиваем на две части. И здесь у нас пойдут рукавчики. Вот. Так приблизительно вам просто рисую. То есть спинка, перед и два рукава. И мне получается 44 воздушные петли. Здесь у меня, конечно, идет поменьше, потому что пряжа идет потолще, поэтому воздушных петель у меня, конечно, поменьше. Так как пряжа идет полухлопковая, она, ну, можно сказать, тоненькая, поэтому 44 воздушных петли нам нужно вот хорошенько на все это рассчитать. Значит, смотрите, получается по переду 12 воздушных петель, по спинке 12, так, здесь на рукавчиках у меня пойдет по 8, получается 40, а здесь у нас будет идти по одной воздушной петле. Мы ее оставляем для того, чтобы делать нашу регланную линию. Значит, смотрите, воздушные петли, все, мы рассчитали, так? И считаем теперь с первого ряда. Значит, вот этих 12 нам нужно разбить на правую, ну, то есть на одну полочку и на вторую полочку, так? Получается по 6. Мы вяжем с вами, как бы, если мы не будем считать воздушных петель, то мы будем вязать с первого ряда столбиками с одним накидом. Так, провязали 6 столбиков. Дальше в одну петлю мы будем с вами вкалывать и провязывать 2 столбика в одну петлю. Делать 1 воздушная, 2 воздушная. Так, и вот здесь у нас пойдет еще 2 столбика в одну петлю. То есть это будет как наш бы веерочек, но оно будет идти расширение не только на рукавчики, но и на спинку, и на перед. Точно так же мы переходим на вязание рукавчика, провязываем 8 столбиков. И дальше у нас идет снова 2 столбика в одну петлю, вот эту, так. И здесь делаем 2 воздушные, и в ту же самую петельку мы будем вкалывать и с вами провязывать еще. Вот это тоже регланная линия, которая переходит уже на спинку. Точно так же провязываем 12 столбиков здесь. Вяжем 2 столбика, делаем 2 воздушные и еще 2. Это все тоже идет в одну петлю. Провязываем 8 столбиков рукавчика. Вяжем 2 столбика в одну, делаем 2 воздушные и 2 столбика в одну. И возвращаемся к нашему переду, то есть еще провязываем 6 столбиков. И это у нас будет первый ряд. Второй ряд мы точно так же будем вязать, я вам буду показывать. Здесь будет у нас идти расширение, дальше будет идти вот так, то есть как бы в эту петлю мы будем вкалывать, дальше будет идти снова 2 воздушные,
вот каждый раз, сколько нам нужно будет дать на рукавчики, точно так же мы будем с вами и провязывать. Я думаю, что здесь все достаточно простенько. Если у вас вы будете даже в дальнейшем вязать какую-то игрушечку побольше, а захотите связать такую кофточку, вы просто знаете, что здесь набираете 48, 52, 54, так, или наоборот, если маленькая игрушечка, 38, то есть, вот, и от этого, вот, от этой цифры нам нужно все будет хорошенько рассчитать, и у вас получается классная кофточка. Очень просто, самое главное, правильно рассчитать, вот. Так, я думаю, что здесь вы все должны понимать. И давайте. Итак, друзья, я набрала цепочку 44 воздушные петли. Смотрите, чтобы ваша цепочка была ровненькая. Здесь я оставила вот такой кончик, потому что потом нам нужно его будет хорошенько запрятать. Вы знаете, что детки играют, да, игрушками, они одежду снимают, одевают, и все кончики обязательно нужно хорошо прятать, чтобы если вдруг что, ребенок не потянул и не распустил наше изделие, так, наш труд. Значит, я набрала 44 воздушные петли. Теперь мне нужно сделать 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. И в четвертую петлю от крючка я вкалываю, и это у меня будет первый столбик. Я делаю накид и в четвертую петлю вкалываю. Так. Значит, у меня уже получилось 2 столбика. Мы сейчас с вами вяжем вот одну полочку, именно 6 столбиков. 2 мы сделали. Дальше 3, 4, 5, 6. Тоже смотрите, чтобы ваши столбики были ровненькие, чтобы полотно, ну, было красивым. Так, сделали 6 столбиков. Дальше мы с вами переходим вот на как бы регланную линию. Мы сейчас будем переходить на рукавчик. Нам нужно в одну петлю сделать 2 столбика с одним накидом. Вяжем 1 столбик, 2-й. Между ними мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И снова делаю накид и в ту же самую вкалываю и провязываю еще 2 столбика. 1 и 2. Так. Дальше мы вяжем рукавчик. 8 столбиков. Делаю накид и продолжаем. 1 столбик. 2 столбик. 3 столбик, 4, 5, 6, 7 и 8. Так, провязали 8 столбиков. Дальше вяжем в одну петлю. Снова вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Делаем 2 воздушные и в ту же самую вкалываем, провязываем еще 2 столбика. 1, 2. Это у нас будет как бы рукавчик. Дальше мы переходим с вами на спинку. То есть мы вяжем 12 столбиков. Делаем накид. Вкалываем и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Так, то есть у нас получилась спинка. Дальше переходим на второй рукавчик.
Снова вяжем в одну петлю 2 столбика. Один столбик, второй. Делаем 2 воздушные и в ту же самую вкалываем еще 2 столбика. 1, 2. Дальше вяжем второй рукавчик. Делаю накид, следующую вкалываем. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И теперь мы переходим на вторую полочку. В одну петлю вяжем 2 столбика. 1, 2. Между ними 2 воздушные, в ту же самую еще 2 столбика. 1, 2. И дальше нам остается провязать еще одну полочку из 6 столбиков. Делаю накид и вяжем. 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот и провязали мы с вами первый ряд. Мы не будем считать нашу цепочку, это у нас будет первый ряд. Вот видите, каким квадратиком оно у нас получилось, вязание. Вот. Теперь вы то же самое можете приложить к своей игрушечке и посмотрите, как оно будет выглядеть. Все, и дальше мы с вами будем вязать поворотными рядами. Значит, сейчас мы с вами будем провязывать второй ряд. Дальше мы с вами делаем 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Это у нас будет первый столбик. Делаю накид, в следующую петлю вкалываю и провязываем. 2, 3 столбика, 4, 5, 6, 7, 8. То есть на те 2, что мы провязывали, у нас идут уже прибавочки, видите? Значит, 8 на полочке. Дальше я делаю накид и вкалываю вот в этот веерочек. Провязываем тот же принцип. Вот сюда 2 столбика, делаем 2 воздушные и снова в то же самое место я вкалываю и провязываю 2 столбика. И за счет этого наша кофточка будет расширяться, видите? Снова делаю накид и переходим на рукавчик. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Почему 12? Значит, смотрите, так как с этой стороны у нас идут прибавочки по 2 столбика, точно так же и с этой стороны. Здесь у нас прибавилось 2, и точно так же за счет этого тоже прибавляется 2 столбика. Вот, поэтому так идет расширение. Дальше мы снова переходим на спинку, то есть я вкалываю вот в этот один веерочек тот же самый принцип. Делаю столбик. Делаю второй, между ними делаю 1, 2 воздушных, так, и снова в это же место вкалываю и провязываю еще 2 столбика. Вот так оно получается.
И давайте провяжем до конца ряда самостоятельно тот же самый принцип, что и здесь. И потом встретимся на конце и будем переходить на вязание третьего ряда. Итак, девочки, смотрите, я довязываю второй ряд до конца. Значит, вот вместе с этим веерочком, так, вот вместе с ним, вот отсюда идет эти два столбика. Мы подсчитываем 2, 4, 6, 8. Так, если без этого, то получится, здесь было 6, а здесь вот, видите, как бы тоже должно быть 8. То есть 2, 4, 6, 8, а вместе с этим получится 10. Вот поэтому мы здесь, будьте тоже внимательны, потому что кто-то вот этот последний столбик не довязывает. И потом само изделие, то есть оно начинает косить, и потом не сходится и не хватает этих столбиков. Поэтому нужно быть внимательным. 2, 4, 6, 8. Дальше я делаю накид, вкалываю вот в это место. Это будет 9. И обязательно вот это у нас тоже идет столбик. Это тот как раз столбик, что мы поднимались на 3 воздушные петли подъема. Так, вот я делаю накид, вкалываю вот в это место. Я его нахожу. Я думаю, вам видно. Зацепляю и поднимаю еще один столбик. Вот так. Теперь у нас все будет ровненько. Дальше поворачиваю вязание. Вот видите, как оно получается. Вот таким регланчиком идет. Кофточку можно, ну, отпарить будет или прогладить. Оно тогда все сядет ровненько, так как нужно, красивенько. Так, переходим на вязание третьего ряда. Я вам не буду говорить, сколько у меня, ну, в каждом ряду столбиков получается, потому что, возможно, у вас не 44 было изначально, возможно, у вас было 42 или 46, и у нас все равно эти столбики не будут совпадаться. Но сам принцип, я думаю, вы понимаете, если отсюда было 8, стало 10, точно так же и с другой стороны. Так, 8-10. Вот, чтобы все было у вас правильно, вы тоже считайте. Дальше третий ряд. Поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это первый столбик. Дальше делаю накид, вкалываю и провязываю. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Во втором ряду 2, 4, 6, 8, 10. Дальше у нас получается накид. И в ту же самую, вот в этот веерочек я вкалываю и провязываю один столбик в то же самое место. Второй столбик. Делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Делаю накид в то же самое место, вкалываю еще 2 столбика. 1 и 2. Вот так. Давайте подсчитаем. На полочке. В первом ряду 2, 4, 6, 8, так, то если 8 получается, когда мы уже начинаем делать прибавочки, а так их было 6. Дальше здесь во втором ряду 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, уже вместе с прибавочками. То есть каждый раз на 2 столбика получается больше с этой стороны, и точно так же будет с другой стороны. Здесь понятное дело, что нет уже прибавочек. Так, здесь у нас будет ровненько идти. Там у нас будут отдельно, мы будем довязывать наши планочки. Так, делаю накид, вкалываю вот сразу в первый столбик и провязываем рукавчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 получилось, потому что здесь было 2 прибавочки, а так бы было 14 на рукавчике. Дальше мы снова прибавляем, в веерочек вкалываем, провязываем 2 столбика, делаем 2 воздушные петли, делаем накид, в то же самое место я вкалываю и провязываю еще 2 столбика. Вот так. Точно так же мы вяжем до конца ряда. Видите, с каждым разом у нас в каждом ряду идет прибавление. Вот так оно должно получиться. Вот так. Здесь у нас будут идти планочки, то есть планочка будет застегиваться одна на другую, будет заходить, и оно все будет красиво у нас смотреться. Давайте так. Таким способом довязываем до конца ряда и встречаемся уже на конце. Итак, довязываю я третий ряд. И значит, смотрите, здесь вкалываю так. И обязательно вот в этот столбик нужно обязательно его зацеплять. Я делаю накид, нахожу место так и провязываю последний столбик. Обязательно. Так. Вот, теперь оно будет идти ровненько. Так, и значит, друзья, смотрите, вот так оно у меня получается. Вот, наверное, вот таким образом вам поставлю. Вот смотрите, вот так будет правильно, так, потому что мы начинали, как бы вот это идет лицевая сторона, первый ряд. Вот так оно у меня выходит. Если мы потом возьмем, то это у нас получается, вот видите, половина кофточки. Здесь у нас идут рукавчики, здесь идет перед, здесь идет спинка. Вот такой у нас регланчик. И значит, друзья, теперь смотрите, берем нашу игрушку и примеряем. Вот, посмотрите. Так, голова нам немножко, мордашка мешает. Вот, я думаю, что именно вот этих 3 ряда, если вы вяжете кофточку на короткий рукавчик, то вот этих 3 ряда будет вам достаточно. То есть, если мы вот сейчас будем провязывать с вами 4-й ряд, мы вот здесь под мышками будем сцеплять. И у нас получится, видите, такой маленький, короткий, но красивый рукавчик. Если вы хотите делать, ну, может там, будете вязать еще какую-то кофточку, так, и захотите сделать на длинный рукавчик, значит, вам нужно точно так же, здесь мы будем соединять, а потом нужно будет присоединить ниточку, я вам тоже покажу, и уже присоединять именно под мышкой, то есть там, где у нас начинаются рукавчики, и провязать, допустим, еще вот таких 2 ряда, так, только уже рукавчика, и у вас получится длинная кофточка. Я думаю, вы понимаете, так? Вот. А вот на короткий рукавчик, так как раз сейчас идет лето, я думаю, что именно вот этих 3 ряда нам вполне будет достаточно. Видите? Вот. Если вы хотите сделать такую кофточку более расклешенную, то, конечно, мы тоже сейчас будем это сцеплять, соединять рукавчики, так. А здесь нам нужно будет, ну, если вы хотите расклешенную, то вам нужно будет, например, сделать по прибавочкам, так. Например, провязали 4 столбика и потом в один столбик 2 столбика. И так чередуя. И у вас здесь пойдет такое расширение, так. И будет с такими валанчиками, можно сказать. То есть это не обязательно вязать кофточку именно, например, для мальчика. Можно что-то придумать, добавить и сделать для девочки. Вот. Но так как мы уже вяжем кофточку, то я вам так просто подсказываю. Да, вяжу и подсказываю. Так, значит, друзья, сейчас мы с вами будем переходить на вязание 4-го ряда. Здесь мы делаем таким образом. То есть я точно так же поднимаюсь на 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3.
3, так, здесь я вкалываю в следующую, провязываю на шперед 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, здесь у нас 12, так? Но мы можем сделать немножечко, чтобы на, ну, на животик хорошенько заходило. Поэтому, смотрите, здесь мы провязали 12, так? Дальше я делаю накид. Здесь я провязываю как будто вот прибавочки, так? Эти прибавки у нас будут относиться до переда. Вот. Дальше я уже воздушных петель не делаю. Я вот этот рукавчик, так? Я сейчас его вот таким образом, смотрите, то есть половинку только мы провязали веерочка, да, только 2 столбика. Воздушных петель я никаких не делаю, я просто сейчас буду вкалывать вот в это место. То есть я делаю накид и сейчас сразу же я вкалываю вот во второй веерочек, там как где регланная линия идет, так, вкалываю и сразу же провязываю. Один столбик и тот второй столбик прибавочки, которые у нас будут относиться уже к спинке. Это будет идти к переду, а вот эти две будут идти к спинке. Но мы уже здесь воздушные петли не делаем. Вот так. Дальше я провязываю, как мы вязали вот в этих рядах, просто столбики с одним накидом. Вот, вяжем спинку. Давайте вот эту спиночку провяжем и здесь остановимся. Остановимся. Итак, друзья, я вот провязала вот нашу спинку. Так, дальше, видите, вот здесь я вкалываю. Вот в этот столбик вкалываю, я его провязываю. Вот рядышком здесь я делаю накид, провязываю 2 столбика, то есть как бы половинка нашего веерочка. Так, он относится как раз к спинке. Дальше я делаю накид и сразу вот этот рукавчик я соединяю, вкалываю вот сюда, в это место. Сразу же, видите, делаю столбик. Вот, без всяких воздушных петель. Дальше снова делаю накид, вкалываю. И эта половинка веерочка будет у нас относиться уже к переду, половиночки нашей. Так? И дальше точно так же, рядышком есть столбик, я провязываю вот эту всю половинку. И наши рукавчики почти готовые. Мы сейчас с вами будем вязать только поворотными рядами полностью наш перед и спинку. Сейчас дойдем до конца, я вам покажу, как получилось. Обязательно не забывайте вот этот последний столбик. Видите, обязательно вкалывайте и провязывайте его, чтобы наши полочки были ровненькие. Так, и давайте посмотрим, как оно получилось. Пока что оно будет так немножко вот как бы закручиваться, заворачиваться, но потом все мы разгладим. Вот, видите, у нас здесь будут идти рукавчики. Вот, а здесь мы сейчас с вами будем вязать только поворотными рядами. То есть мы будем сейчас с вами провязывать вот эту часть. Вот. Одна полочка, спинка и вторая полочка. Дальше будем подниматься на 3 воздушные петли подъема. Каждый раз, сколько бы вы здесь рядов не провязывали, последний столбик обязательно провязываете так, как я вам показывала. А начало ряда вы всегда поднимаетесь именно здесь на 3 воздушные петли подъема. Вот. Раз. И в обратную сторону. И снова. Так. То есть мы так можем провязать с вами
ровно столько, сколько вам нужно сделать, ну, насколько вы хотите сделать, ну, вашу кофточку длинную или короткую. Понятное дело, что вот так она будет слишком короткая. Значит, можно еще провязать 3 ряда. Я думаю, что этого будет точно достаточно именно для этого мишки. Вот. Давайте вот просто так, как есть. Мы сейчас вот по этим столбикам, точно так же вот там, где мы соединяли, видите, вот здесь, все столбики, что вы видите, вы все их провязываете. Если вы хотите сделать, например, чтобы вот именно эта часть была такая, знаете, как бы для девочки, чтобы оно шло, расширение такое, чтобы это было как бы расклешенном таком виде, так, то вы вот, например, провязали 2 столбика, сделали в один столбик тоже 2, то есть как бы прибавочки, или через 4, но тоже все зависит от того, насколько вы хотите здесь сделать широко. Так, и вот здесь идет у нас начало ряда, то есть вы правильно вот так поднимаетесь, всегда вот эти на 3 воздушные петли подъема, и в следующую вкалываете, и так провязываете вот такими поворотными рядами. Здесь обязательно не забывайте вот этот последний столбик вкалывать вот в это место и тоже его провязывать, чтобы ваши планочки, вот эти полочки, чтобы они были ровненькие. Итак, я провяжу 3 ряда, 1 в обратную сторону, 2, и вернусь назад, в обратную сторону будет 3. Так, и это как раз там, где мы начинали с вами. Вот, вяжу 3 ряда и встречаем. Так, друзья, смотрите, я закончила уже те ряды, из которых у меня будет состоять кофточка. Значит, я провязала, видите, здесь у нас идет лицевой ряд, так, дальше изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Я закончила. У меня все вместе получилось 2, 4, 6, 7 рядов. На рукавчиках у меня 3 ряда. И я закончила вот именно там, где у нас, или, ну, начинался ряд, так, то есть с лицевой, вот на лицевую. И именно отсюда, вот если бы вы тоже так закончили, ну, если бы вы тоже так закончили, было бы здорово, потому что не нужно каждый раз отрезать ниточку, присоединять, да, а вот сразу же я ниточку не отрываю. А сразу же отсюда я буду начинать вязать планочку. Планочка у нас как бы кофточка маленькая, и планочка тоже будет маленькая. Там всего лишь нужно нам будет пришить, ну, малюсенькие какие-то пуговки. И то, если вы не хотите делать такую планку с пуговками, а хотите просто, чтобы она вот стояла вот так, как жилеточка, так вот воротничок ложился вот таким образом, то вы можете просто именно сейчас уже только обвязывать. Так, обвязочку я вам, конечно, покажу сейчас еще, но так как у нас будут пуговка, но так как у нас будут 2 пуговки, поэтому нам нужно сделать эту планочку, чтобы это было красиво, так, как нужно. И смотрите, я вот здесь закончила, и сейчас я тоже буду планочку вязать тоже из, с накидом, с одним столбиком, так. Значит, смотрите, именно здесь я поднимаюсь на 3 воздушные петли подъема. Так, сейчас 1, 2, 3. Так, это как раз тот ряд, за который мы будем делать обвязку. Вот он идет ровненько, наша косичка, видите? Вот. Я делаю столбик с одним накидом и вкалываю вот между этими столбиками. Вкалываю и сразу же пробую делать. Вот у меня уже 2 столбика. Так, и сюда. Видите? То есть я буду вкалывать 1 столбик, здесь 2 в серединку. 1 вот здесь, вот в эту дырочку, и 2 в серединку. Можно сделать наоборот, то есть можно сделать вот это, пропустить место, а сразу же сделать здесь 3 столбика. То есть это уже не важно, можно сюда 1, сюда 2, или наоборот, сразу же 3 в серединку. Ну, то есть это не мешает нам, что так можно сделать. И сейчас мы вяжем с вами планочку. Так, значит, здесь у меня получается 3. Дальше я вкалываю вот в эту дырочку. Так, провязываю 1 столбик. Снова вкалываю и в серединку между столбиками делаю 2.
Вот так оно получается, видите? Если вы будете делать каждый раз вот так правильно, то оно потом, планочка, будет хорошенько смотреться у нас. Так, накид нахожу, так вкалываю и точно так же в серединку провязываю. Если вы сделаете больше, то есть не по 2, а сразу же по 3 и здесь 1, у вас вот эта часть, вот эта планка, она не будет ровная, она будет идти валанчиками. А нам нужно, чтобы она была ровненькая. Поэтому делаем вот таким образом. Здесь нахожу, вкалываю столбик, так, а здесь вкалываю 2. И сейчас мы с вами сразу же плавненько будем переходить на воротничок. Вот так. Вы, если хотите, вы можете сделать воротничок и в 2 рядах. Я буду провязывать одним. Сейчас вам покажу. Можно 2 ряда провязать. Значит, друзья, смотрите, вот здесь, видите, этот кончик мы, конечно, спрячем. Именно сейчас, когда будем провязывать воротничок по этим воздушным петлям, мы сразу же вот этот кончик будем ввязывать, так, чтобы поменьше, да, иголочкой заправлять. И значит, смотрите, именно как раз нам нужно сейчас хорошенько перейти на воротничок, чтобы он у нас был красивый. Чтобы его не тянуло ни в ту сторону, ни в обратную сторону. Поэтому, видите, здесь я сделала один столбик вот в дырочку. Дальше я провязала 2 вот между столбиками так. И нам теперь нужно сделать еще несколько раз, чтобы оно красиво таким полукружочком перешло сразу же сюда на воротничок. Значит, 2 я сделала. Делаю накид в ту же самую. Вот здесь вкалываю. Провязываю 3-й. В то же самое место. 4-й. Видите, как оно постепенно слегка заворачивается. 5-й. Так. 6-й. Мы сейчас посмотрим. И смотрите, 6, да? И можно сразу как бы сделать 7-й, но оно все равно будет у нас немножко заворачиваться. Значит, вот этот 7-й я еще раз вкалываю сюда, в это место. Видите, как плавненько оно идет. Вот теперь вот этот конец я буду ввязывать. И у нас вот именно здесь шли наши воздушные петли. Вот цепочка наша состояла. Теперь нам нужно в каждую вот в эту петельку, вот в каждую эту петлю нам нужно вкалывать и провязывать по 1 столбику. Значит, у меня здесь 2, 4, 6, 7. Я делаю накид и вот здесь нахожу первую петельку, так, и провязываю сюда. Тоже смотрите, видите, чтобы ваши петельки были на крючке такие коротенькие, маленькие, чтобы оно не было вот так здесь широко, потому что оно, ну, будет так в расхлябанном таком виде смотреться. Вот поэтому нужно, чтобы оно было вот друг к другу прижималось, так. И дальше в следующую петельку вкалываю и мы уже с вами сейчас вяжем воротничок. Вот так. А наши кончики сразу прячем. Видите, и иголочкой нам будет меньше работы. Вот так. Сейчас как раз на рукавчике еще провяжем. Так. Вот здесь вкалываю в то место, где у нас шло как раз, видите, вот веерочек первый. Вот сюда вкалываем, так. Дальше следующую петельку находим, вкалываем. Вот. И так вяжем, вот таким способом вяжем до конца этого ряда нашей горловинки. Вот видите, как оно получается? Вот так. То есть если вы даже и пуговок не будете пришивать, оно все равно вот такая жилеточка классно получится с таким воротничком. Значит, давайте вот такими столбиками вяжем до этого места и здесь встречаемся. Итак, друзья, я вот дохожу до конца, так,
нашего воротничка. И значит, смотрите, видите, вот это мой кончик ниточки, который мы только начинали цепочку. Он у меня шел от с этого места до этого. Здесь я могу дальше продолжить, так? Вот пока он есть, я дальше его ввязываю сразу в серединку. Так будет более надежно и точно мы знаем, что не распустится. Так, наша жилеточка. И значит, смотрите, у нас здесь на повороте было вот в это одно место мы вкалывали 7 столбиков. Так, точно так же мы сделаем и здесь. Сейчас я вот дохожу. Так. И видите, у нас вот этот столбик как бы есть, но мы сразу же точно так, как и там мы делали, так, вкалываем. То есть я делаю накид, и между столбиками вот здесь я провязываю тоже 7 столбиков. Так, чтобы у нас получился и с этой стороны красивый переход на планочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, дальше я делаю накид, нахожу вот ту дырочку, то есть как бы переход на следующий ряд. Так, я ее нахожу сейчас, потому что здесь у нас было начало ряда, и здесь немножко посложнее, но мы находим. Так, стол. Теперь между этими столбиками мы провязываем точно так же, как и на той планочке, по 2 столбика. Вот так. И снова вот в это место я вкалываю 1 и здесь 2. Вот так. Конечно, это можно сделать и, например, планочку, ну, совсем другим цветом, так? Просто присоединить ниточку и вязать другим цветом. Но я вам хочу сказать, во-первых, так меньше кончиков будет. И более надежно, да. И зачем, если мы сейчас вместе с вами будем делать еще обвязочку вокруг всего этого желтым цветом? Вот, поэтому я считаю, что саму планку не обязательно вязать, например, другим цветом. Можно лучше другие пуговки какие-то цветные пришить. Но так, мне кажется, что будет так более гармонично смотреться. Сюда, видите, последний, так, вкалываем 2 столбика. Я отверстий не делала, так как вы заметили, что я отверстий не делала, потому что у меня пуговки маленькие, которые будут пролезать через сами эти столбики. Поэтому отверстий для пуговок я не делала. Так, помните, мы здесь провязывали 2, а вот здесь у нас шел как первый столбик. Мы сейчас здесь точно так же сделаю накид. И вот в это место так я вкалываю и делаю этот столбик. Вот так. Значит, если вам нужно, так вот вы приложили, одели, примерили и думаете, что вам короткая кофточка, вы можете еще один ряд прям вот так сейчас и пройтись. Допустим, только вот если чтобы получился у вас такой красивый переход, чтобы не заламывала, да, кофточку, то вам нужно будет вот в эту одну петлю сделать 4 или 5 таких же столбиков, а потом сразу же по этим столбикам проходиться вот до этого места. И на этом все. Но я считаю, что именно такая длина, она достаточно. Так, здесь что я делаю? Я сейчас буду присоединять другой цвет. Так, друзья, я беру желтый цвет. Вот эта ниточка сиреневая, она мне больше не понадобится. Я могу ее оставить длинную настолько, сколько я хочу запрятать. Так, то есть я уже ее отрезаю. И теперь мы будем делать обвязочку рачьим шагом. Если вы не хотите, я вам покажу. Если вы так не хотите, то можете просто другим цветом обвязать столбиками без накида, ну или там добавить какие-то зубчики, то есть, ну, чтобы так было простенько, ну, возьмите себе хотя бы тогда другой цвет, чтобы оно красиво, знаете, сочеталось. Вот я буду обвязывать рачьим шагом, и я вам сейчас покажу, как это сделать. Значит, вот пока что, да, я возвращаюсь на эти две воздушные в обратную сторону, потому что мне нужно присоединить ниточку. Так,
И сейчас я присоединяю желтый цвет. Вот таким образом присоединяю. Делаю еще одну воздушную петлю. Так. И вот этот конец я буду прятать сюда, а желтый я буду прятать именно вот на эту сторону. И сейчас я буду провязывать рачьим шагом. Кто знает, кто не знает, рачий шаг вяжется в обратную сторону. То есть не вперед, а назад. Так, я сделала одну воздушную, делаю еще один раз воздушную, потому что потом нам нужно будет вот именно в эту воздушную соединить. И провязываю в каждый столбик. Так, то есть вот таким образом зацепляю, вывожу и соединяю. Если вы хотите делать через столбик, то вам нужно будет набирать еще каждый раз воздушную петельку. Вот, я буду делать в каждый, вот так. Каждый столбик вкалываю, вывожу и соединяю. Вот таким образом. И у нас эта обвязочка получится, что с той стороны, что с другой, то есть что с лицевой, что с изнаночной, красиво. Вот так. И так как у нас для девочки мы вязали сарафанчик желтый, обвязочку я делала сиреневой ниточкой, то здесь у нас идет наоборот. Получится такой комплект для парочки. Так, видите, смотрите, вот какая у меня, ну, большая такая широкая петля. Ее нужно чуть поменьше делать, потому что вот эти столбики, видите, вот такие зубчики, они тоже должны быть ровные. Вот, поэтому смотрите так, чтобы оно не выступало. Вот так. И так я буду обвязывать полностью по кругу всю нашу кофточку. Вот видите, некрасиво. Нужно вернуться назад и хорошенько здесь подтянуть, чтобы такого не было. На переходе то же самое я делаю, уже ничего не прибавляю, просто вот так провязываю по этим столбикам. Это совсем не нужно ничего стягивать, вот так как вы чувствуете под пальчиками своими, так и вяжите. Видите? И таким образом я буду обвязывать полностью всю нашу кофточку. Вот так. Вот где у нас идет воротничок, планочка. Полностью перейду сюда. И здесь я как раз и закончу. И потом я вам покажу, как мы сделаем еще рукавчики. Вот можете посмотреть, как смотрится с лицевой стороны и как выглядит с изнаночной. Вот так. Давайте это мы сделаем самостоятельно и встречаемся. Так, друзья, я уже полностью обвязала кофточку. Видите, везде у меня идет обвязочка. Вот так выглядит по кругу, по кругу. Здесь я зацепляла, видите, сразу же под этим же вот местом, да, зацепляла столбики. Рукавчик один обвязала, и сейчас хочу вам показать, как мы будем обвязывать второй рукавчик. Значит, вот здесь я присоединяю ниточку, так, вот здесь присоединяю, поднимаю и еще один раз поднимаю. Сразу же вот этот кончик я буду ввязывать, и точно так же, видите, я вяжу и по кругу. Точно так же, как я вам показывала и на планочках, и по низу, вот, и на рукавчиках. Вот так. Давайте обвязываем вот этот рукавчик до этого места и встречаемся, и встречаемся. Итак, значит, я дошла, вот, обвязала наш рукавчик. И, как видите, у нас получается вот так здесь вроде как бы широко, да, то есть подрезики наши, под мышками. У нас есть... вот этот ряд, но он
Видите, как будто его разъединили, а его нужно немножечко вот так сделать. Если вы не хотите, чтобы ваша кофточка была вот в таком виде, так, то вам нужно будет зацеплять, сейчас подцеплять вот эти столбики, то есть как вот, как будто этот целый столбик и вот этот. С этой стороны подцепить вот эти две петли и с этой стороны. И когда вы их соедините, то есть у вас кофточка пойдет вот так ближе друг к другу. А у меня, видите, я оставила вот такой треугольничек. И за счет этого оно немножечко так, знаете, более здесь свободно. Именно там, где у нас идут подрезики, вот под мышками. Если не хотите, чтобы вот так было, вы можете соединить вот то, что я вам говорю, вот эти два и вот эти два. Я же соединяла чуть выше, и поэтому у меня получился вот такой треугольничек. Но он тоже хорошо здесь сочетается, потому что, видите, у нас здесь идут маленькие треугольнички, регланная линия, и здесь идет вот такой чуть побольше. Его не будет видно, там будут лапки, но за счет этого все равно кофточка более свободно лежит. Так. Ну и сюда тоже можно, если кто-то вдруг захочет, можно какую-то ленточку вставить, продеть. Но это тоже уже на ваш выбор. Так, здесь я вот так делаю. То есть это у меня кончик. Его, в принципе, можно отрезать, потому что я его ввязывала прям по кругу. Так, и так, чтобы он нам не мешал. Вот здесь, видите, я провязала вот так. Дальше я вот вкалываю сюда, в это место, как бы в последний столбик. Провязываю его так, сейчас вот так поворачиваю и зацепляю вот это место, то есть вот это, или вот не вот это, а вот там, где у нас как раз, где идет, вот где мы присоединяли желтый цвет. Так, вкалываю сюда и сразу же так плотненько его вот так и просто соединяем. Так, и у нас получается вот этот треугольничек, такой маленький. Если вам так не нравится, значит, вы подцепляете вот эти и вот эти. И тогда оно сядет вот таким образом. Вот так. Все, здесь мы кончик оставим. И я сейчас вам покажу, как я еще прячу кончики. Ну, мало ли. Так. Вот. Я просто выворачиваю на изнаночную сторону иголочку и сейчас вот так делаю. То есть я зацепляю не там, где будь, вот, а именно там, где у нас желтый цвет. Подцепляю аккуратно только вот эти изнаночные петельки. Так, с той стороны, видите, у меня иголочки не видно, ее там нет, только вот эти петли. Так, продеваю. Вот так. И еще я зацепляю, то есть вот здесь у меня вышла ниточка, а я вот рядышком. И возвращаюсь в обратную сторону по этому месту. Вот так, видите? То есть у меня здесь уже как бы идет на замочек. И оно никуда не денется. Вот так. Можно еще раз пройтись, если есть желание. Так. Здесь я отрезаю. И, друзья, наша кофточка уже полностью связана. Значит, смотрите, как она у меня получилась. Видите, то есть она вот так заворачивается, потому что это мы вязали. Она только-только связана, так? Я сейчас, вот воротничок наш на такой стоечке хороший, так? Я сейчас это пойду отпарю и возьму, пришью пуговки. Я взяла все-таки вот эти желтые, потому что я думаю, что эти сиреневые, ну, как бы более сольются. А так как у нас платьице у девочки идет желтое, то чтобы оно красиво сочеталось, тоже буду пришивать желтые пуговки. Вот. У мальчика пуговки пришиваются с этой стороны. То есть, если так мы смотрим, то слева. Вот. А здесь будут застежечки. Но сначала нужно хорошенько отпарить. Я буду отпаривать утюжком с изнаночной стороны. Вот.
Так что давайте вместе отпариваем и смотрим уже на готовый рецепт. Итак, друзья, я уже отпарила кофточку, пришила сюда пуговки. Вот видите, более ровненько стала наша планочка. Наш воротничок стал тоже более таким красивым, разглаженным. Вот так она смотрится сзади. Вот какая у нас красивая регланная линия. Наши подрезики под рукавчиками, так, сами рукавчики. И вот так она выглядит изнутри. То есть я отпаривала на изнаночную сторону. Здесь я не трогала. Вот такие у меня столбики, такая обвязочка. И давайте я сейчас примеряю на нашего красавчика. Так. Друзья, я примеряю и вам говорю, если вы хотите на длинный рукавчик, то вот там, где мы, например, с вами присоединяли желтый цвет, вы можете присоединить вот этот же, допустим, так, и провязать еще вот, видите, лапка короткая, достаточно будет одного ряда. Если у вас будет игрушечка побольше, так, и лапки длиннее, то, конечно, можно провязать на два ряда или просто один ряд завернуть с такими завернутыми рукавчиками будет. Вот. И дальше уже потом присоединять еще и делать обвязку. Так. И как видите, какая у нас кофточка. Ну, такая прям летняя получилась. Пуговки я пришивала. Смотрите, как. То есть там, где у меня идет вот изнаночный ряд, ровненько, так. И точно так же через один ряд сюда, где идет изнаночный. Вот. Отверстия мы не делали. Мы один раз сейчас попробуем сделать застежечку. Вот у нас идет этот изнаночный ряд. Так, значит, мы сюда и будем застегивать наши пуговки. Видите, они маленькие и они сюда хорошенько пролезают. Вот. И точно так же вот этот ряд. И вот здесь я тоже нахожу себе одно место, которое потом оно сделает себе уже такую само по себе дырочку и будет как раз сидеть на месте. Вот воротничок наш. Смотрите, как у нас получилось. Хвостик еще видно. Так, все хорошенько нужно поправить. Так, я вам вот так показываю. Можно сделать таким образом, такой больше пацанячий вариант, так. Вот. Сейчас приподниму камеру и покажу вам, как оно выглядит. Итак, друзья, мы здесь целой компанией к вам. Значит, у меня вот эти два медвежонка, видите, это у меня пара. Но так как я здесь пришила уже к голове ободочек, поэтому этот сарафанчик, что тоже на него я вам говорила, есть мастер-класс, я одела на другую игрушку. Теперь, чтобы мне одеть комплект вот такой и такой, да, то мне нужно будет связать еще дополнительно две игрушечки. Еще две какие-то мешутки, то есть парочку сделать. А так, если вот посмотреть, то видите, сочетание цветов как раз подходит. Желтый сарафанчик, желтая обвязочка. И здесь обвязка идет сиреневой ниточкой, а здесь кофточка тоже идет сиреневой ниточкой. Такой вариант кофточки вы можете вязать не только для мальчика, вы можете это сделать и для девочки. Помните, я вам там говорила, чтобы, например, сделать такой более переход, чтобы у нас было, так знаете, здесь более широко. Говорила вам сделать такие прибавочки, так? То есть получается, если вот здесь в этом ряду сделать прибавки, то сами понимаете, у вас будет вот так идти расширение, и ну, это получится или пальтишко, или какой-то такой, знаете, халатик, вот сарафанчик такой своего рода. Вот это одна подсказочка. Дальше. Если вы, например, связали все точно так же, как есть и здесь на этой кофточке, здесь вот этот последний ряд, если провязать в каждый столбик по 2 или по 3 столбика, у вас здесь получатся такие, знаете, по низу будут идти такие красивые воланчики. То есть у вас будет
как будто такое платьице, халатик, сарафанчик тоже получится и для девочки. Здесь можно на таком простом варианте комбинировать любое и разное, что вам нравится. Но в основном я вам показала, как делать регланную линию. Как видите, все достаточно очень просто. Самое главное, это хорошенько сесть и сначала рассчитать, сколько вам нужно чего набирать. Потом по спинке, по рукавчикам, по полочкам вашим рассчитать. И вот таким образом оно вяжется. Так можно вязать не только для таких маленьких игрушек. Можно вязать и на большие игрушки, или на куклы можно вязать. Даже для маленьких деток. И так тоже вяжу даже взрослым одежду. Вот если кто еще так не умеет, не знает, то я вам просто подсказываю насчет одежды. Так что, друзья, мы вам говорим спасибо, что вы вязали вместе с нами. Нам было очень приятно. И надеемся, что у вас тоже все получится. И ваш комплектик тоже будет очень красивый и яркий. Вот. Радуйте себя, своих близких и своих деток. До новых видео. Пока-пока.